Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие клетки. Сегодня с вами снова я, Тигринати. Сегодня у нас очередные покупки, но в этот раз покупки будут из самых разных магазинов. Начну я с Фикс Прайса. Итак, первое, что будет, вот такая вот интересная полочка двойная. Вот, к сожалению, очень близко телефон висит, не могу подальше показать, но чтобы вам было видно, что она из себя представляет. Она безумно легкая. Она очень удобная, я думаю, что можно ее использовать как для канцелярии, так и для ванны. В принципе, она для ванны предназначена. Вот, но мне кажется, здесь можно даже свои разные вещи держать, вроде косметики, гигиенических всяких принадлежностей и всего того, чего вам нужно держать на таких маленьких полочках. То есть, чтобы обустроить свой уголок. Далее у нас была вот такая вот новинка в Фикспрайсе. Это чай Тесс, Космополитен Пати, гибискус, затем кранбери. Я, честно, не помню, что такое кранбери. Скорее всего, это вот эта вот красная ягода. И... А, это, наверное, клюква, скорее всего. И грейпфрут. Да, это получается, что у нас такой вот каркаде. Вот, здесь еще есть вот такие, просто лимонный lemon peel macadamia, затем есть зеленый strawberry cream flower, ну он стандартный, в принципе, вот, но такой, а, вот есть еще, да, кстати, сейчас только заметила, гибискус rose sheep и strawberry, но вот этот видим первый раз, да, попробуем, посмотрим, что это такое, надеюсь, что нормальный, в принципе, у них такие средние чаи, вот, и надеюсь, это тоже не подведет. Далее были вот такие вот супер контики, которые просто я обожаю. Очень классно их с чаем пить, очень классно их с собой куда-то брать, просто на перекус, потому что они маленькие, их хватает, чтобы подзарядиться вот так вот в течение дня вместе с кофе, например, или просто хотя бы перекусить, когда нет возможности нормально поесть, а просто что-то нужно, да, проглотить, вот, но, в принципе, просто к чаю они очень классные, очень люблю их, и также, опять же, латими, который клубнично-банановый, он очень напоминает вот этот кончик, и тоже очень вкусный. Еще идет вот такой вот набор гелевых ручек из Фикспресса, здесь, в принципе, мне нужны только стержни, получается, что здесь 4 ручки, 4, а, нет, 6 стержней. Вот, то есть, и такое 10 у нас стержней здесь, просто пишу письма, как вы знаете, очень много, и поэтому очень быстро заканчиваются ручки, и как-то жалко покупать опять дорогие, поэтому, в принципе, пусть будут просто вот такие вот стержни из Фикспресса. Здесь не написано, сколько миллиметров, но я надеюсь, что миллиметра 2-3 точно здесь хотя бы будет, потому что супер тонкие ручки я не люблю. Еще из Фикспресса идет вот такой вот набор наклеек. Взяла для писем и для дневника. Джунгли и саванны. Здесь 8 листов. Везде по всему городу гоняюсь. Не знаю, где найти еще на тематику леса, на тематику еды и чего-то там еще. Какой-то набор был, но был только вот этот вот. И какой-то совсем прям уж детский. Но, в принципе, этот более-менее нормальный. Тут такие вот идут сначала фактурные наклейки. Их можно трогать. Контур он объемный. Вот, затем у нас идет следующий листок вот такой вот. Идут уже просто такие вот матовые наклейки. Очень они качественные. И рисунки, как видите, здесь совершенно не детские. Вот, я думаю, что я буду себе использовать деревья вот эти вот. Возможно, водопад или льва. Посмотрим, как получится. Потом идет вот такой вот лист. Как видите, очень такое интересное, качественное. Эти наклейки, как я понимаю, они обучающие, поэтому они такие реалистичные. Вот здесь есть такая наклейка с тигром. Вот это очень красиво, с водопадом. Потом вот такой вот листок. Вот такой вот. Очень красивая верхняя. Затем идет вот такой вот. Жирафик здесь есть. Привет, Элен.
Затем идет вуф, еще, да. Элен, тебе опять привет. Здесь идет жираф. И последний. Все. Да, это был последний листок. Ничего, так, классные наклейки. Могу порекомендовать, потому что качество у них очень классное, да. За такую цену, мне кажется, нормально. В принципе, да, вот здесь показано, какие наклейки тут есть у нас внутри. Вот, но я хочу другие наборы еще взять обязательно. Надеюсь, что я найду их у нас в городе. Листы, желтый сменный блок для писем. Ищу везде, не знаю уже просто где искать. Хотела зеленые, и чтобы они были без полей, без вот такой вот клетки яркой и без этой надписи. Но это единственное, что было, и поэтому пришлось только вот это вот взять. Но надеюсь, что мои собеседники, в принципе, не будут очень расстроены, если письма будут на такой бумаге. Вот. Либо просто уже буду писать на белое, а эту для себя оставлю. Взяла вот такой вот набор. Набор для вышивания, да. Здесь у нас, как я понимаю, что это у нас? Цветы. Да, цветы. Только какие, я не могу разобрать. Итак, у нас здесь набор идет. Канва, бисер, игла, леска, инструкция. То есть довольно красиво будет получаться. Так, марк переворачиваем. И вот здесь у нас идут нитки, которыми будет вышиваться рисунок. Потом попробую стряхнуть, чтобы... Вот идет инструкция сама, как вышивается крестиком этот рисунок. И вот здесь вот у нас бисер, который не хочет показываться. Он прячется, я открывать не хочу, потому что это я брала на подарок. Вот, тоже в экспрессе. Там много всяких разных наборов для вышивания. Сама я не вышиваю, но очень хочу в этом году научиться. Хочется попробовать алмазную вышивку, вышивку бисером. Вот. И, наверное, надо тоже попробовать что-то взять себе. Так что вот такой вот набор. Кто покупал такое, расскажите, как вам вообще, нормально или не очень? Мне кажется, для начинающего очень классно такой набор вот покупать, потому что я видела за такую цену и выше вот такие вот маленькие наборы для вышивания на MyShop. Так, следующая покупка — это вот таких вот три чокера, которые очень давно я хотела. Первый идет вот такой вот на бархатной синей ленте с сердечком. Сердечко у нас хамелеон. Разными цветами переливаются. Здесь такая стандартная застежка. Далее идет опять синяя лента бархатная со стандартной застежкой и кулон капелька, который никак нет, не опускается, ладно. И идет вот такой вот волнистый черный. Он сделан под кожу с таким вот бантиком. Да, это у нас бантик, как я понимаю, с сердечками. Вот. И тоже стандартная застежка. Но скажу, что вот тут застежка лучше на синем, чем здесь. Вот. Все они стоили по 70 рублей. Это был уже не фикспресс, кстати. Далее идет тоже не фикспресс. Вот такой вот набор скотчей. Здесь нормальная такая намотка. И взяла, конечно же, я вот из-за этого, потому что он голографический, он переливается. И вот этот красный тоже очень классный. Все они очень классные, так что для тоже переписок, для дневника пойдет. Очень нравятся оттенки его, прям такой весенний-весенний. Далее была покупка вот такая вот наклеек для писем тоже. Брала их себе целый набор этих наклеечек для обмена. Вот, очень нравятся они мне, по 10-12 рублей, самые разные, такие вот бабочки, здесь есть Винни-Пух, очень классно, обожаю запах таких наклеек, и, кстати, все наклейки, они идут вот с раскрасками сзади, так что получателю будет очень приятно, смотрите, какая классная, да. Такие вот котики. Покемоны. Здесь тоже раскраска. С Кешей. Кешу я покупала себе. Люблю коллекционировать такие вот советские мультики.
У меня есть Аленушка, есть Простоквашино, что-то еще. И вот теперь Кеша. Такие бабочки. Очень красивые тоже. Есть вот такие бабочки. Тут очень красивые. Такие котики. Только мне кажется, они какие-то прям очень-очень компьютерные. Как не живые. Вот такие бабочки. Очень красивые. Все такие сиреневые, синие. Затем цветы. Вот эти очень красивые тоже. Такие бабочки. Вот эти цветы мне больше всего нравятся. Тоже, может быть, себе оставлю, как и Простоквашино. Посмотрим. Но очень красивые. Да. И вот такие вот еще. Тоже очень красивые. Далее вот такой вот набор всего-всего-всего разного. Потому что AliExpress ждать нет сил, а письма и все остальное уже нужно отправлять, делать. Беру такие ленты. Они все по метру. Ну, тут все запутано, ладно, не буду тянуть время. Вот такая вот белая кружевная лента. Беру, чтобы оформлять конверты. Затем идет вот такая черная с цветами. Просто. Они тут по 25 рублей. Еще по сколько-то там. Вот, потому что потому что в других магазинах везде стоит намного дороже, чем вот в этом магазине было. Такая вот бежевая. Затем такая же, как белая, только тоже бежевая. И здесь идет вот. Вот она последняя, что хотел показать. Это вот такие вот разноцветные цветы. Тоже вязаные. По одному можно будет отрезать и просто высылать в письмах. Да. Тоже такая вот красота. Так что вот такой вот небольшой мой набор. Покупка разного кружева для обмена письмами. Вот, так что такие вот сегодня покупки. Очень-очень-очень насыщенные. Вот, буду заканчивать. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.